Віктор Григорович Савченко, видатний український боксер, заслужений майстер спорту, дворазовий призер Олімпійських ігор, чемпіон СРСР, Європи і світу. Народився 17 вересня 1952 року в селищі Атамань Гничицького району Херсонської області в родині робітників. Молодший з 5 дітей в родині. Півтора роки втратив маму. У 1959 році батько перевіз дітей у Дніпропетровськ. Після школи Віктор працював токарем і слюсарем. У спорті починав з фехтування, але потім закохався у бокс. Закінчив Дніпропетровський інститут фізичної культури. За фахом – тренер. Був народним депутатом України другого скликання. Ректор Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту. Професор. Одружений. Донька Олена – лікар. Онук Віктор – економіст. Неймовірно пишається роботою в академії. Мріє про великий спортивний центр у Дніпрі. Вітаю на 9 каналі «Проект пані та панове». Мене звати Ольга Володимирова. Сьогодні в мене в гостях пан Віктор Савченко. Здравствуйте, Віктор Григорьевич. Добрий ранок. Начинаем представлять ваши регалии. С чего начинаем? С академических, со спортивных, с человеческих? Как вам удобно. Как удобно. Хорошо, академические начнем. Что вас интересует? Вы профессор. Да, я доктор наук, профессор. Доктор наук. Доктор каких наук? Педагогических. Педагогических наук. Ректор Приднепровской академии. Приднепровская государственная академия физической культуры и спорта. Это академические сегодня регалии. Сегодня 40 лет. Как не вы? Не сегодня, а в апреле, сейчас, в апреле в этом году. 40 лет чему? Академии. Ну, был институт. Молодая достаточно был академия. Институт физической культуры, сейчас академия. Ну, мы не стали прибавлять там, что был техникум. Вот, был педагогический факультет у нас и так далее. Ну, все с чего-то начинали. Мы все начинали. А когда с 80-го года у нас стал самостоятельный вуз в Днепропетровске, это был пятый вуз в Украине, вот, мы начали этот счет с 80-го года. И в апреле этого года нам было 40 лет. Хорошо. Выдающийся боксер. Призер двух олимпиад. Да, был Монреаль бронза и Москва серебро. Очень жаль, хотелось золота, конечно. Поговорим. Ну, была серьезная травма. Мастер руки. Спорта. Заслуженный. Заслуженный, да. Мастер спорта. И еще много-много-много разных. Ну, международных турниров там все не запомнишь. Угу. Количество медалей своих знаете? Матчевые встречи. Основные, да, три медали чемпионата Европы. Одна золотая, две серебряные. 75-й, 77-й, 79-й. Чемпион мира, золотая медаль. И две олимпиады, бронзовая Монреаль, что мы говорили, и серебро Москва. Угу. Это основа. Ну, а там чемпионат Союза три раза, три медали. Килограмм пять, если чемпионат, что, наберется, да? Да, чемпионат Украины, я не помню сколько раз, и различные там ДСУ «Авангард» и так далее, и так далее. Приднепровская академия начинала с техникума, это было ее детство, да? С чего начинался Виктор Савченко? Что было, да, в детстве? Да, Приднепровская академия начиналась с техникума, с 70-го года, по-моему, у нас был техникум переведен, по-моему, там сейчас Днепродзержинский, по-моему, Днепродзержинский переведен сюда был. С чего начинал Савченко? Вы имеете в виду с рождения? Как, да? А кто родители ваши? Царство небесное моим родителям. Мои родители простые, рабочие были. Я родился в 1952 году. Есть в Херсонской области Геническ, вы знаете, а чуть дальше Чангар. Чангарский мост, сейчас граница с Россией там. Вот в этом поселке Чангар, там несколько сел. Я родился в одном из них, село называется Атамань. Вот. Мама ушла из жизни очень рано, мне было полтора года, она ушла из жизни в 36 лет. Вот, по женским вопросам, так вот. И отец у нас был один очень долго. У нас было пять несовершеннолетних. Пятеро детей? Вы младший? Я самый младший, да. Сейчас, ничего себе. Сейчас нас осталось трое. Вот. Ну и в 1959 году. Здесь у меня у нас родственников очень много, двоюродных в Днепропетровске. И отец нас решил привезти сюда, приехал за год в Днепропетровск. Как он с вами справлялся? Купил там, да я не знаю вообще, как он такой боец, такая умница, сам готовил, сам и стирал, и то, и это, ну, все. Ну, были мальчики, но это такое дело, это потом попозже. Ну, сразу двое, Леня, который 40-го года был, ему было 14-15, и Люба Григорьевна, она сейчас жива, ей 80 лет. Вот, ей 16, они сразу уехали в Днепропетровск сами. Угу.
А мы переехали, отец на годик раньше уехал, приобрел здесь частное жилище, времяночку небольшую. И бедняжка, мы, конечно, помогали ему. После чего я так подумал, когда строил дом он здесь, я думаю, я все время помогал ему. На улице пацаны бегают, футбол, волейбол и так далее. А мне бетон подавать, кирпичи таскать. Думаю, никогда в жизни строить дом не буду, но все равно пришлось. Не зарекайся. Да, все равно пришлось. Вот. И вот с 59-го года мы в Днепропетровске. Потом отец заболел тяжело. В 63 года, в 83-м году его мы попрощались, похоронили. Вот. А вы похожи на отца? Да. Да. И характером, и внешне? Я думаю, да. Есть гены. Гены на 80%, если не больше, может быть. Отец успел посмотреть на ваши успехи, да? Успел порадовать? Да, да. Отец посмотрел все. Я в 80-м году Олимпийские игры в Москве. И я закончил с большим боксом. А как начинали? Почему? С большим боксом? А начинал я с маленького бокса. С боксика. Я начал заниматься фехтованием. Тогда, я помню, фильм был «Три мушкетера». И пацаны все, и девчата, и пацаны... После этого фильма все ходили со шпагами. Кто с деревянной, кто с проволоки, кто как и так далее. Чапаева уже не играли, играли да, мушкетеров. Да, мушкетеров. И я пошел, записался на секцию фехтования на стадион «Металлург». Походил, полгода я ходил. А проходил всегда на первом этаже, на втором этаже был зал фехтования. На втором. А на первом зал бокса. И все время я проходил мимо. Прохожу туда-сюда, туда-сюда. А был такой у нас ветеран, уже его нет в живых, Царство Небесное, Анатолий Митрофанович Будильский. Это был единственный боксер в Украине, который был девятикратный чемпион Украины. Но призером Советского Союза ни разу ему не приходилось стать. И он там тренировал. Он невысокого роста, такой в 60 килограмм боксировал. Я пришел, пацаненок, 12 лет мне было. Я весил до 40 килограмм, килограмм 38, вот 40. Ну, для фехтования хорошо. Такой весовой категории не было. Для фехтования, да, я шустрый был, быстрый был такой. Вот. Все время пешком никогда не ходил, все время бегал. Шагом не ходил, бегал все время. На улице, на прессовой. Я говорю, хочу. Анатолий посмотрел на меня. Похлопал. Сколько лет? 12 лет там. Так. Да, наверное, еще подрасти. И распрощался со мной. Не принял меня. А как это вы решили изменить фехтование? Вот. Ну, я скажу, что... Ну, я влюбился в бокс потом по уши, с головой, скажем так. Так мимо ходили и влюбились? Да. Нет, там я еще просто подсматривал. А когда я попал в спортивный клуб «Монтажник», тогда был коллектив физкультуры «Монтажник», это 317 был такой строительный трест. В школе был у меня одноклассник Витя Шишкин. Сейчас помню его хорошо. И он занимался там у Сергея Макаровича Авдеевского. Мой постоянный с самого начала, первый и последний тренер. Сейчас он здесь, в Днепропетровске. Он говорит, пойдем, я тебе, мол, представлю. Это были зимние каникулы 1965 года. Январь месяц был. И нас... Привалило туда, да, человек 50, наверное, с разных концов. На кастинг? Да. А у меня такая была ссадина на лбу. Ну, отец приучал к домашнему труду, к работе, я рубал дрова. Рубил дрова, и как бахнул, там попалась такая-то береза. Значит, топор отскочил, и меня в лоб попал. И ссадинка была. Отметина. И Макарыч мой сразу. Макарыч молодой был, 25 лет ему было, он только после института Киевского. Только принял вот этот второй набор там или третий. Он, что-то такое, дерешься или как? Я говорю, да нет, это топор отскочил. А, топор? Ну, если топор выдержал, тогда давай. Так, с юмором было, с юмором. И я был такой ответственный по всем вопросам, что несколько, как все выполнял, все четко, тренировки не пропускал. Вот я долго-долго, три раза в неделю я ходил,
Вот. Ну, много нас было мальчиков. Ну, я вам скажу, что 2-3 года половина сразу отсеялась, если не больше. И уже туда ближе к 16 годам нас с той плеяды осталось человек 5 с того набора. Вот. Ну, а почему не выдерживают? Надоедает, пропадает интерес. Да, вы понимаете, многие не выдерживают, да. Многим там родители, что же уж понимаете, не советуют некоторые. Вот. Некоторые там другими вопросами начали заниматься, другими, может, видами спорта или просто другое занятие, кто музыкой, кто. Ну, профессиональный спорт не для всех, это понятно, да. Вот. И я начал тренировки. На ринг меня, на соревнования официальные, меня не выпускали еще 2.5 года. Потому что весовой категории как таковой не было. Вы сколько тогда весили? Я весил, когда пришел, весил до 40, может быть, 40. Вот. А когда вышел первый раз в ринг, у меня было где-то до 50 уже, 48 килограмм, это была первая весовая категория. А нижний Мухач. Вес какой может быть? Это был 46-48, угу. Самый нижний 46-48, угу. Сейчас такая категория, 46 угу. есть. Угу. То есть меньше 46 ты не выйдешь, да? Нет, ни в коей мере, надо. Да. Нет такой наесть категории. Надо, да? Надо наесть, напить и так далее, но все равно это же недовесок называется. Вот. А многие взрослые-то все гнали вес, допустим, 51-57, то 60 гонят, 54 килограмма, 3-5 килограмм обязательно. Да, лучше иметь ближе к высшей границе вес, да? Или... Это в зависимости от роста твоего. От роста, ну, если человек растет, мужик растет, то он вес то прибавляет, конечно. Вот, он сильнее становится. Но чем тяжелее, тем сильнее удар у боксера, понимаете? Вот, сильнее и жестче. Хотя мухачи тоже есть такие колючие. Такие, как мой родственник сейчас, дружок мой, Саша Ткаченко из Донецка. Тоже трехкратный чемпион Европы. У него падали, как говорят, как мамонты. 48 килограмм боксировал. То есть можно быть легким, но можно быть легким, колким. Но ударным, да. Есть своя изюминка, есть свой конек, от которого это ценится в боксе, в борьбе, в единоборствах. Это очень ценится, когда есть конек. Когда все умеешь и ничего. Вот. Говорят, техника хорошо, очень хорошо, но не исключая нокаутирующего удара. Этого исключать нельзя. Если это есть, значит, это конек. А бокс должен быть зрелищем? А как же он и есть зрелищный? Это один из самых зрелищных видов спорта. Посмотрите, что творится у профессионалов. Они перебарщиваются зрелищами постоянно, сейчас? Постоянно, если стадион, так он полный. Если дворец спорта, так он полный. Идут же на звезды. Ну, конечно, наверное, конечно, конечно. А до звезды еще же ну, надо я там... скажу, если боксирует пара в штатах Madison Square Garden, это самый крупный, там 100 тысяч, около 100 тысяч мест посадочных. Вот, там в основном боксируют за звание чемпиона мира. Вот, рейтинговые бои там. Ну, перед тем, как идет пара за звание чемпиона мира, там 3-4 рейтинговых боя. Ну, это так, для просмотра. А потом основной бой, все идут на основной бой. Ставят ставки и так далее и тому подобное. Он всегда заполнен. У нас тоже. Вот, ну, я скажу, что я в Соединенных Штатах был не один раз. В 5 был. И они... часто проводят любительские профессиональные бои в отелях. При всех отелях, это или Хилтон, Цезарь Пэлас, это mm-hmm. Лас-Вегасе и так далее, и в других городах. Там большие спортивные комплексы. Там большие залы, устанавливают mm-hmm. ринг и проводят там. Вот. Ну, а такие, говорят, крутые поединки, это Madison Square Garden в Нью-Йорке. Вот. Я выступил через 2.5 года на чемпионате города. Первый свой бой помните? Да. Такой Валик публичный. Бакотин был у меня такой, я помню фамилии. Валик Бакотин, вот, тоже авангардовец. А второй, помню, Сергей, 2 боя провел я. Стал чемпионом города. Ага, я-то хотела спросить, кто победил, но раз вы стали чемпионом. Я стал чемпионом города, медаль дали, что в это же было для пацаненка. Медаль первая. Это сколько лет она у меня до сих пор. Это мне было 14. 14. 14 с половиной. Класс.
Да, это для пацана медаль. Да вы что? Боже мой, это выше крыши. Дороже всяких денег. Отец хвалил? Ну, отец у меня был такой строгенький. Сдержанный? Строгенький отец у меня был, и он все боялся, чтобы я где-то не пошел по улице. Использовать. Да, потом, когда у меня пошел результат, через год или через полгода я выступил на чемпионате области уже 51 килограмм или 54, точно не помню. Тоже провел 2 или 3 боя и стал чемпионом. Я провел где-то 29-30 боев, ни одного не проигрывал. Вот. А далее пошли республиканские соревнования, и у меня не пошло. Не пошло. Чемпионат Украины, ДСУ «Авангард», общество у нас было очень сильное в Украине, профсоюзное общество. Mm-hmm. Это «Труд», «Авангард», «Спартак» и так далее. И у меня не пошло. Итак, я был в призерах. Были различные всесоюзные турниры тогда. Память Александра Матросова нашего, Дубровского. Вот Макара Мазаев, в Мариуполе Жданов тогда был город. И по всему Советскому Союзу, по России и так далее. Бокс популярен был? Бокс очень популярен был, всегда. Всегда. Отбоя не было в залах, и сейчас тоже, начиная от маленьких и заканчивая взрослыми пацанами, хлопцами. Сейчас же и женский бокс тоже, и женская борьба, и женский футбол. Как вы к нему относитесь, кстати? Я скажу, к женщинам. Женщинам не хорошо. К женщинам, а к боксу, к женскому. Женский бокс начал образовываться в 1996-97 году. Я в 97 году как раз стал ректором. Вот. Я был противником. И один раз заходит секретарь и говорит: Виктор Ильич, приемная девочка. Снова Московска приехала. Тренер был Малюк Виталий Анатольевич такой. Вот. Она хочет на прием. Говорит, что такое? Она вся в слезах, у нее документы приемная комиссия не принимает. Mm-hmm. На бокс нет и все. Я говорю, ну пусть зайдет. Заходит маленькая, 48 килограмм, 49. Лена. Я говорю, присаживайся. Что такое? Виктор Ильич. Очень хочу, ужасно хочу. Я тренируюсь там, но в Московске, то есть все. Я полюбила это дело, этот бокс и так далее, и тому подобное. Я без него не могу. Я говорю, Лена, ты на себя в зеркало смотрела? Она, а что? Я говорю, ну ты посмотри, какая ты красивая девочка. Носик курносенький, глазки, бровки целые, губки целые, не рассечены, ничего. А потом что будет? Ты представляешь, что такое? Губы рассечены, брови. Ой, Виктор Ильич, я спокойно, мне это не грозит. Говорю, что тебе не грозит? Я уже замужем. То есть мне уже смотреть не на кого, чтобы на меня не смотрели. У меня муж внизу меня привез. Ну, дал я разрешение, приняли у него документы. Была первая студентка? Их было две. Это была у нас как раз пара. Мы сдавали они экзамены, специализации тогда сдавали все. Сейчас не все, сейчас по-другому. Строится эта программа. Мы поставили в пару их, и как накаркало. И у него пошла кровь носом. Мы прекратили бой, все. Вытерли, ну что? Ну, поступила одна и вторая девочки. А сейчас отбоя нет. Отбоя нет. Вы смирились с этим? Ну, в общем-то, да. Вы же гендерная политика, вы же понимаете, что женщины... Вы до сих пор, я вижу, не очень. Женщины... Не очень. Нет, у меня была ученица. Она уже закончила вуз давно, уже вышла замуж, уже дети у нее. Инна Шевченко. Она трехкратный призер чемпионата Европы. Вот, она была наша ученица кафедры бокса, борьбы и тяжелой атлетики. И последние 2 года я ее тренировал. Вот, уже смирился с этим вопросом. Вот такое вот дело. Но потом у меня пошел прорыв. В 70-м году я выиграл ЦС «Авангард», выиграл Украину. В 71-м году тоже. И попал первым номером в сборную команду Украины, Центрального Совета. И был чемпионат Советского Союза среди юниоров. Мне уже было 18 лет. Угу. В Алма-Ата. А в школе, я прошу прощения, учиться не приходилось, нет, в школе, да, почти? Нет, я учился. Я закончил 8 классов, потом поступил в техникум сварочный,
Потом через полгода мне пришлось его оставить. Ну, потому что выбирать нужно было или спорт. Нет, сварочный хороший, техник у меня не против. Нормальный сварочный техник. Ну, я не знаю. Мне брат посоветовал, мой старший брат Леня, он у нас сварщиком работал. У него была очень хорошая зарплата. Вот. Очень хорошие зарплаты были у сварщиков. То есть я так понимаю, что вы на спорт не делали ставки тогда? То есть, Нет, почему? Нет, отец очень хотел, чтобы мы имели образование. Нина, старшая моя сестричка, сейчас она есть, она тоже поступила в техникум. Политехникум был такой, где шить учили девочки. А я поступил в сварочный. Отец был очень доволен, что все-таки он, вы же понимаете, один нас воспитывал, один он так нами, остался один? Один с нами воевал. Он так, нет, были две женщины, две мальчики было у нас. Он с ними разошелся. Ради нас. Потому что сведенные дети еще были, у нас потом опять стало 5-6 человек в семье и так далее. Тяжело. Ну, это уже в прошлом. Ну, да. Это уже в прошлом давно. Вот. И... Но пришлось оставить техникум, потому что учиться не получалось. Пришлось оставить техникум, я не успевал, потому что занимался спортом на сборах, на соревнованиях и так далее. Отец, конечно, очень расстроился. Ну, смирился со мной. Я пошел работать учеником токаря. Он был токарем на ЮМЗ, на нашем южно-машиностроительном заводе. Проработал там 2 года. А чего в спортивную технику мне и пошли? Уже же он был? Он был в Днепродзержинске, это было далеко. Поняла, сложно. Вот. Я потом поступил в наш институт вот, через несколько лет. И в 71 году я в Алма-Ата стал чемпионом Советского Союза среди юниоров. Попал в сборную команду СССР. Нас юниоров подключали к мужикам и так далее. И потом маленький разрыв, маленький перерывчик, 2-3 годика. Ну, стал чемпионом Украины, чемпион ВЦСПС СССР. Это еще юниоры, да? Нет, это уже взрослые. А кто тогда был звездой бокса советского? Значит, 70-е годы, 70-е, до 70-х были Валерий Попеченко, Борис Лагутин, Дан Поздняк, Олег Григорьев, Виктор Баранников. У вас был кумир? Вот. Ну, у всех был кумир Попеченко. Валерий Попеченко был как раз потом мой вес. 75 килограмм, 71-75. Ну, были... Дан Поздняк очень сильный был, и Лагутин сильный был, олимпийский чемпион. Попеченко был кумир, который валил, не поймешь, он наносил столько ударов, там 3-4 удара, но не устыдишь, от какого удара упал противник. А если падал, так падал глубоко. Падал до счета 10. Был кумир, да. Вот, и я... В это время, 70-й год, помню, газета «Советский спорт», я листаю, и фотографии всех чемпионов Советского Союза, 11 человек, и их резюме под каждым. Боже мой, я так позавидовал по-доброму, побил, думал, вот это ребята, да и чемпион Советского Союза, я через год им стал. Ну, по юниорам. А потом... Перерывчик был такой, там я был призером Украины, чемпионом Украины один раз. А почему перерывчик был? Почему я не ездил за рубеж? Потому что я уволился с ЮМЗ, ушел работать к отцу, токарем, управление механизацией строительства. А ЮМЗ – режимное предприятие. Я 3 года был невыездной за рубеж. Ну да, закрытый город. Это с 71 по 74 год. То, что город закрыт, это одно, а что режимное предприятие, ну, да, хотя что я там пацаненок мог видеть, я же малолеткой был. Ну прошел да, 3 года хранили какие-то тайны. 16 конечно. Лет. А и, мало ли, кто вас знает, может, вот, вы шпион. Да. Под прикрытием бокса. Да, после обеда у меня там был мой любимый газончик, где я минут 40-45 отдыхал, потому что гуляли. Хранили тайны, да, гуляли, да, гуляли долго. И в 74 году я первый раз выехал за рубеж. Как сейчас помню, в Чехословакию, в Югославию, к немцам, вот, ну, таким, по соцстранам. И я все турниры выиграл очень легко. Очень легко. Подошел 75-й год, чемпионат Европы среди взрослых мужиков и спартакиада народов СССР была в Ташкенте. Вот. Я был в команде, и со мной был еще мой дружок,
мы потом подружились. Чемпион Советского Союза, СССР, Леня Шапошников, со Львова. Он сам с Иркутска, в Львове служил в армии, там и остался. Он уже был чемпионом Союза. Я еще не был по мужикам, только чемпионом ВЦСПС был. Это все профсоюзные общества, но это сильно, сильное общество. Мы приехали в Ташкент, сегодня вечером объявляется состав, я в команде, с Леней мы в одном весе, нас двое или два человека, 71 килограмм. И два человека у нас было хороших, сильных бойцов, 57 килограмм, Толя Левищев с Севастополя и Толя Никитенко со Львова. А тренер Никитенко был Старчак, такой известный тренер, тренер Украины заслуженный. Вот. И когда Никитенко не взяли, взяли Левищева, а сдвоили не 57, а 71, меня и Шапошникова. Потом мне Завьялов, главный тренер у нас был Завьялов Михаил Михайлович, потом он меня курировал в сборной команде Союза и так далее. Он мне признался, говорит: Витя, извини, я виноват. Но Старчак у меня всю ночь плакал на коленях. Уговаривал меня, чтобы я Никитенко взял 57, сдвоил с Левищевым, потому что его выгонят с работы и так далее. И тому подобное. Я, говорит, сломался. Я сломался, а мне же ничего не сказали. Мы ночь переночевали. Идем на взвешивание. Я становлюсь на весы, а нужна медицинская справка. У меня нет, всем дают на руки. Они говорят: справку медицинскую. Я зову Сергея Макаревича. Сергей Макаревич, а с весов вставать нежелательно. Потому что иди знаешь, что за весы. Ну, а да, там, да. А там вес ограничен, 71 килограмм у меня было там. У меня 70-800, 200 грамм. Иди знай, второй раз встанешь, оно будет больше. Ну, снимут да. Соревнования. Он мне приходит, говорит: вставайте, вот что такое? Он как разругался. Ты не заявлен. Мы не заявлены, говорит. Как? Вот так, говорю, вчера же были. Да, Витя, был, все, пошли. Ну, конечно, это был для меня удар. Удар страшный. Да. Ну фактически пошла, для вас это пошел, без причины. Пошел турнир спартакиады народов СССР. Как полетела наша команда. Проиграл Левищев, проиграл Никитенко. Леня Шапшников явным преимуществом проигрывает казаху. Никто не ожидал. Казах неизвестный. Ну, с лесу где-то вышел, там, или с гор. Лесоруб. Вот такие банки. Как начал там косить, махать, и Леня упал два раза. Ну, мы, конечно, были довольны. Макарыч мой там верещал, кричал в зрительном зале. Вот. И получилось так, что Климанов с Рискиевым в финале, Рискиев удали победу. Вот. Потом Володя Харченко, мариупольский, тоже стал чемпионом. И еще кто-то, два призера. Ну, пролет был приличный. Прилет был приличный. А чего же вы были довольны? Нет, я просто был доволен, что моя весовая категория, меня не взяли, понимаете. Вот вам, пожалуйста, результат. Я, может быть, по-другому выступил. Но потом я сказал, что все, что не делается, делает это к лучшему. Да, это к лучшему. И что мы делаем? Первый этап сбора сборной команды СССР. Меня-то знали в сборной Союза. Я же юниором был, за взрослых выступал и так далее. Первый сбор в Цахкадзоре в Армении на высоте 2500 метров. Это физика. Там кроссы бегали и так далее. Там, ну, кислорода мало. Второй этап сбора в Кисловодске. Третий этап сбора в Москве и на чемпионат Европы. И я приезжаю туда, в Цахкадзор, за свой счет. Ну, за счет нашего коллектива спортивного клуба «Монтажник». Согласовали со спорткомитетом СССР, с отделом. Меня вызывают туда, я приехал. Первый сбор прошел. Нормально подготовились. Кубинцы с нами еще готовились там тоже. ОФП. Это называется сбор общей физической подготовки в основном. Второй сбор. Опускаемся в Кисловодск на 900 метров высота. Город изумительный. Воздух изумительный. Это основной сбор. Основной центральный сбор, где проходили три спарринга. По всем весовым категориям выясняли отношения, кто должен быть. Здесь уже Завьялов за меня стоял горой и стеной. Вот. Главный тренер был Юрий Михайлович Родоняк, Лавров там, Завьялов, это три, и
Мегарабян, армянин. Это какой год уже? Это 75-й год. Это мы так к Олимпиаде год. Подбираемся. Это мы подбираемся, да, к Европе, к Олимпиаде. И мне делают первый спарринг. А, болгары с нами тренировались, и я стал в пару со своим болгарином, 71 килограммчик, Илья Илиев такой был. И, как говорят, есть такая терминология в боксе, уронил его. Уронил я, потом извинялся. Аккуратно уронили? Аккуратно уронил, это было не в ринге, а в зале просто так получилось. Я говорю, извини, навстречу попал. И они, негодяи болгары, мне кличку дали. Как видимся, они смеются, навстречу попал. Запомнили. Да, с этим мы, будем говорить так, кстати, рассчитались. И дальше был Саша Журавлев, мой конкурент, 71 килограмм. Тоже быстро разобрались, даже остановили бой. А дальше боксируют Леня Шапошников и Слава Лемешев. Был такой олимпийский чемпион, тоже они тоже бедняжки. И Слава Лемешев Леньку нокаутировал по печени, так ударил справа сильно. Жалко смотреть было, все затихли, он так орал. Ну, это больно. Так стонал по печени. Да. И третий спарринг мне делают с Лемешевым, Родоняк. Ну, тот на весовую категорию выше, уже олимпийский чемпион Славка был в 72-м году. И трехкратный чемпион, двукратный чемпион Европы был. Делает спарринг, я говорю, Юрий Михайлович, ну, дайте мне с Леней. Конкурент все-таки, мы со Славкой. Разные категории он. Витечка, он такой, тоже ж был боксером, призер Олимпиады, был Родоняк, такой пухленький мужичок, хороший был мужик. Это Вить, да что ты волнуешься? Ну, Слава с Леней побоксировал, теперь ты побоксируй со Славой. Ну, он Леню угадал очень сильно. Ну, начали мы. В ринге судил судья был такой, Борис Савин. А мы играться просто начали. Кошка с мышкой, так, знаете, не конкурент. Он стоп. Ребята, боксировать, как положено. Ну, и пошло, как положено. Ну, Славка ж, он же ж грозный. От него ж нокаутер такой тоже. Ну, я вроде тоже родился. Ну, в статусе тем более. Родился, да, не такой. В рубашке, олимпийский чемпион, двукратный чемпион Европы. И он пошел на меня где-то вот так вот, такую где-то справа ударил. Он так длинно справа бил. Это боксеры понимают как. И застоялся. Ну, я этот удар пропустил, ответил. И чем закончилось? Закончилось нокаутом. Кто кого? Ну, я его. Странный вопрос. Я же говорю, он справа ударил и остановился. А в чем еще тренера был? Он хотел посмотреть на вас, насколько вы готовы. Он хотел, потому что Завьялов рвал душу, рвал горло, что Савченко сильнее всех, и возьми его, и все, и так далее. И доказал. И этим последним спаррингом я доказал безоговорочно, все, я стал первым номером. Когда вы узнали, что вы едете на Олимпиаду, чувства помните свои? Конечно. Я уехал на Европу в 75-м году. Я занял второе место, проиграл. Это Европа была в Польше, в Катовицах. Я проиграл поляку Веславу Рудковскому, который мне было в 75-м году 24 года, 23 года. Даже еще 23 не было. Это была весна, осень, 22. А ему уже было 30, 31. Он двукратный призер Олимпийских игр, был чемпион Европы. 3-2 ему отдали победу в Польше. Тем более провожали его на этом ринге, на этом турнире, провожали из большого спорта. Ну, отдали ему, Я скажу, что я не выиграл, но не проиграл. А потом, 76-й год, сбор к Олимпиаде. Сбор к Олимпиаде. И я скажу, что чемпионат Советского Союза получилось так, что я проиграл Лене Шапошникову. Вот так получилось. Но у меня все равно поверили. Все равно сбор, спарринги и так далее. Я доказал, что все равно сильнее. Вот. В Леню немножко не верил, Родоняк почему-то. Я поехал на Олимпийские игры. Вот. Это все, конечно, благодаря главному тренеру. Это 76-й год, да? 76-й год. Это Монреаль? Монреаль. Я перед этим поехал в конце 75-го года в Монреаль на предолимпийскую неделю. Такие проводятся по всем видам спорта. Апробируют все сооружения свои и так далее, которые построены к Олимпиаде. И я
Провел 3 боя на предолимпийской неделе, все явные преимущества выиграл, приехал домой. А это важно вообще побоксировать в том месте, где конечно, будет, это климат другой. Климат другой. Ну, зал был другой абсолютно, где мы боксировали. Но я проверил своих конкурентов. Кубинец самый главный был, Луис Мартинес, потом я с ним в финале чемпионата мира боксировал. Вот, значит, канадец был. И кто-то еще третий. Американец был. Американец был, потом он приехал. Это же был 75-й год, конец года, на предолимпийской неделе. Я у них всех явно выиграл. А он приехал в январе месяце на матч США в Москву. Мы с ним боксировали, у меня есть большая фотография такая, где он в нокауте. Вот. Я выиграл этот турнир, а это приличный турнир. Показательный. И я уехал на Олимпиаду. И в Монреале вы стали каким? В Монреале я стал третьим. Я выиграл нокаутом итальянца, нокаутом венесуэльца, финалиста чемпионата мира, призера. В полуфинале Ежи Рыбицкий, поляк. Ну, он такой не особо известный был. Ну, хитренький, левша. Вот, у меня много было левшей, хотя я их любил. Я его в первом раунде... А быть левшой – это преимущество в боксе? Ну, в общем-то, они неудобные левши, понимаете. Нужно уметь с ними приспосабливаться и так далее, потому что... Есть такие сильные... Это мешает вам, то, что он левша, скажем? Ну, мне не мешало. Здесь нужно иметь четкий, правый, хороший удар. Быстрый, нокаутирующий. Левша его очень боится. Ну, понятно. Левша боится правой, левша не видит левую сбоку, потому что у него здесь прикрыто. Да, все наоборот, зеркально, все наоборот. Я Рыбицкого в первом раунде посылаю в нокдаун и как-то расслабился. Уже решили, что в кармане, да? И 3-2 он меня обцарапал. Ему дали победу. Я стал бронзовым. А он в финале боксировал с качером Югославом. Рыбицкий игровой такой, игровой боксер. Если он уже качера бил, то я бы в финале выиграл точно. А как тренеры настраивали на победу? Я понимаю, что это был Советский Союз, что была еще и такая идеологическая, наверное, составляющая, что ты представляешь страну, конечно. Витя, давай, да? Конечно. Конечно, настраивали. Ну, я скажу, что нужно, кроме того, что говорит тренер, как настраивает тренер, нужно иметь свой характер, свое «я», вот, свой стержень. Вот я всегда выходил на бой, я выходил только выигрывать, я не выходил проигрывать. Вот, и, ну, наверное, в боксе есть, иначе есть нельзя. Спортивная злость, вот, не такая... Не... Вы настраивались на медаль вот, а первый раз? Же? Я настраивался на каждый бой, только на победу. На каждый бой только на победу настраивался. Вот. Ну, больше получалось. Я провел где-то около 300 боев, 30 я проиграл. Какая Олимпиада сложнее для вас была, Монреаль или Москва? Следующая была Москва, да? Ну, после Монреаля еще же был чемпионат мира. Монреаль 76-й, 77-й год, Галли, чемпионат Европы я выиграл, ГДР. Потом чемпионат мира в Белграде, 78-й год. Я выиграл его тоже в финале с этим же Луисом Мартинесом, с кубинцем боксировал. 79-й год, чемпионат Европы в Мюнхене, в ФРГ тогда было. С Югославом Перуновичем мне не дали победу, наглую просто. Потому что мы в ФРГ боксировали, а боксировали 9 мая поближе. Май месяц был. И у нас уже до моего боя, я в 71 боксировал, уже было 5 золотых медалей в сборной команде Советского Союза. И меня хлопнули, отдали 3-2 Перуновичу. А потом Олимпийские игры Москва. А в боксе свои договорняки были, да? Договорняки, как судья вот так визуально смотрит, как хочет, так и нарисует. Так же, как в фигурном катании и в гимнастике. То есть субъективно да, есть. Да, да. Потом начали аппараты, компьютеры, машины, машинки и так далее. Потом их убрали. И сейчас опять так же. Человеческий фактор все равно. Человеческий фактор присутствует, да. Вот. Я скажу, Московская Олимпиада для меня была тяжелее намного. Почему? В 79-м году на чемпионате Европы в Кёльне в первом бою у меня был не сильный противник или ирландец, что-то это самое, со скандинавских стран. И я очень сильно ударил его так у канатов, попал в лоб. А где-то чуть-чуть не дожат кулачок, и
считаю, что твердое место. Mm-hmm. И у меня нарушилась третья пястная кость. Mm-hmm. Я дальше отбоксировал нормально, все, еще такой боли не было. И тут же спартакиада народовой СССР и завела. Нет, я говорю, ну рука вы посмотрите, Михаил Михайлович, дайте отдохнуть. Нет, давай, и все. И я ее еще добил на спартакиаде. И у меня начался уже такой суставчик очень рыхлый. И он уже было лечить, долго лечить. Вот, нашли мы метод один, то, что укол это одно. Метод нашли, взял такой войлок, порекомендовал мне один мой дружок-боксер. Вырезаешь вот здесь вот эту часть, mm-hmm. где эта сумка суставная, mm-hmm. и нагрузки на эту кость нет. Вот на вот эти, вот mm-hmm. на вот эти. И я так год до Олимпиады поработал, и оно у меня зажило. А на Олимпийских играх, если даже вот после боя обнаружат, что у тебя какое-то кольцо на руке, когда разбинтовываешь руки, дисквалификация. Ничего лишнего не должно быть. Я думаю, положить, не ложить, думать, да нет. Рискованно. А бинтуют же руки судья при участниках, как называется. Судья при участниках, который выносит перчатки. На каждый бой новые перчатки каждому. И новые бинты. Они только дают бинты, 2,5 метра, не длиннее. И бинтуешь тут при нем, бинтуешь руки, одеваешь перчатки, он на бинтах ставит печать. Бриллиантовую руку не сделаешь, да, никогда. Да. Он ставит печать на бинт, Боже, как завязываешь перчатки, обклеивает пластырем и ставит печать на перчатки. Иди, пожалуйста, рядом радиолог. Боже, прям как опечатанные двери. Да. Нотариально надо заверять. И даже судья при участниках был наш, советский. Нет гарантии, что не простучат, я не стал ложить это все дело. И мой первый бой... Югослав Драгомир Шкара. Я был в Югославии 4 раза или 5 на турнире «Золотые перчатки». И все их выигрывал очень быстро. В двух городах были бои. Новый Сад был или еще какой-то, и Белград. И финал был в Белграде всегда. И они меня знали, как говорят, как облупленного. Югославы. Боялись? Боялись меня. Очень боялись. Этот Драгомир Шкара на турнире в 80-м году весной. В финале мы должны с ним боксировать, он не вышел на ринг, не приехал на взвешивание. Сняли его тренер, он сам не захотел. А на Олимпиаду приехал, я уже был, меня Киселев Алексей Иванович, Царство Небесное, главный тренер, 71-го перевел 75 килограмм, это была не моя весовая категория. 71 килограмм Сашу Кошкина он определил, москвич с Москвы, потому что если я мог выбирать, или 71, или 75, он мне говорит, Витя. От каждой республики я хочу, чтобы был спортсмен и так далее. А вот с Москвы нет в олимпийской команде спортсмена, боксера. Ну как-то. Давай 75, а Кошкина 71. Мы стали серебряными призерами. 71, я 75. И я в этом первом бою... А у вас бою какой вес был? 75 килограмм. А у меня был 73,5. Недовесок был. Все эти мои бойцы, мои спортсмены, мои противники гнали там 79, 75. Ну, с 80 килограмм. Ну, во-первых, ну, все фактически были... Фактически вы не в свою категорию. Нет, ну, все были выше меня, все пять, я пять боев. А как на взвешивании это? А что на взвешивании? На взвешивании становишься. Ну, 73,5. Ну, а там же от 71 до 75. Ага, понятно. Ну, они становятся у него 74,500, а у меня 73,500. Я и пью, и ем, и не держу вес, и так далее. Ну, это... Для, так сказать, для рамы выходят с такой рамой. Ну, у меня тоже рама не маленькая была. Вот. Но выше все, на 10-12 сантиметров выше все меня были. 4-5 боев я провел на Олимпиаде. Так, говорят, попал в привидение, то есть предварительный бой проводил еще. И в этом первом бою со Шкара я выиграл явным преимуществом. И стал в угол, когда стал в угол уже, там, судьи собирали записки, и чувствую меня... Прилив пошел к руке, так как у меня уже было, я уже это знал, у меня был перелом пятой пястной кости, раньше я знал, так кровь прилилась, чувствую, пульсирует, начал, я говорю, Алексей Иванович, по-моему, приехали. Он что-то ее разматывает. Такая шишка. А там перелом, да? Или трещина? Ну, мне не сказали, там была трещина третьей пястной кости, сделали снимок, но не сказали им, что трещина, правильно это сделали. Это Олимпиада. Правильно сделали, потому что если трещина, меня должны снять. Я пришел в гостиницу в Олимпийской деревне, взял
ампулу хлоретила, отломал и заморозил себе всю эту часть. Белая была хлоретила, обледенела. Обледенела, ну, да. Все. И что вы думаете? Утром встаю, у меня вся кожа слезла. Ожог. Ожог. Конечно. Вот такая рука красная. Ой, кошмар. Кожа слезла, боже мой. И так ярко видно все. Вот, ну, такая вот, как вот эта. Ну, ожог, холодовой ожог, конечно. Боже, я смотрю, думаю, что же делать. Что я наделал, да? Да. Забинтовать все ж видно. Я ходил вот так вот, натянул спортивный костюм вот сюда вот. Вот так вот ходил. А когда обедаем, ужинаем, там шведский стол и так далее, где-то потянулся, ну, да. Оп, отскочило. Ну, службы работают. Разведка работает в любой команде и у нас, и у кубинцев особенно. Мы конкурировали серьезно с кубинцами на Олимпиаде в 80-м году. Их было 8 в финале, а нас 7. А в соцлагере кубинцы были самые сильные, да, фактически? Кубинцы практически с 72-го года, с Олимпиады в Мюнхене, там поработал. Или наш... они в мире были сильнее? Самые сильные в мире были. С 72-го года Олимпийские игры в Мюнхене были. Там поработал олимпийский цикл с 68-го по 72-й наш тренер Андрей Червоненко. Ну, уже их нет, они уже старенькие были. Тогда еще были молодые. И он вывел кубинскую команду, поставил их европейскую стойку свой. Они были, ну, как мы, как советские боксеры, скажем так. Вот. Но материал же там очень серьезный. Они все черные, они такие работоспособные. Природный материал вы имеете в виду? Да, природный материал. Они такие работоспособные. Выносливые, да? Выносливые. Вот. Ну, то, что говорят, держат удар. Да, держат удар, но если точно бить, они то падают. То есть южные люди они действительно сильнее генетически предрасположены к этим есть видам такое, спорта, да? Да, ну, посмотрите марафоны. Марафон. Эфиопия. Ну, да, это африкан, там нет лишнего они веса совершенно. Они же ростом, 1,50 м, 1,60 м ростом, у них продолжительность жизни 40 лет. Эргономично. А они бегут, как вы посмотрите, везде они олимпийские чемпионы. Я даже не знаю, что лучше, бежать или 40 лет прожить. Да. И сделали снимок, ну, ушиб. Не сказали мне, что трещина, потом мне уже сказали. И была такая Зоя Сергеевна Миронова, травматолог, профессор, спортивный травматолог. Она мне перед каждым боем делала новокаиновую блокаду. Там мне штангиста Султан Рахманов а был это наш... вообще законно, скажите мне? Вот, колоть? Да. Да, было законно. Главное, чтобы допинга не было. Понимаете? Колят тем, чтобы не было допинга. Да, это понятно. И мне Султан Рахманов, мы же друзьями были, Царство Небесное ему, Султанчику, ему было 6 июля, ему было 70 лет. Всего лишь. День рождения, да. Он умер в 50. И он мне говорит, Витя, у наших докторов, у штангистов, говорит, я не знаю, какой препарат, но, говорит, железо замораживает. Уколы такие делают. Я говорю, Зоя Сергеевна, вот он мне дал ампулу. Говорит, на, я ей показал, она, Витя, не будем рисковать. Она тоже не знала этого препарата, ну, что к чему а и как. А вдруг аллергия у вас какая-нибудь? А вдруг аллергия и допинг. Ну, допинга, да. Наверное, нет, потому что штангисты кололи себя и так далее. Ну, да. Аллергия могла быть, конечно, все что угодно. Она мне новокаиновую блокаду, вы знаете... С четырех сторон. Ага. Вот такую руку вот так. Слушайте, вот раздувает. Ну, а важна чувствительность конечности в боксе или нет? Ну, а замороженная рука, она же не чувствует. А вот нет, она уже проходила немножечко. Ага. Но, во-первых, она была настолько у меня опухшая, что кулак вот так вот полностью не сжимался. Вот как не вы знаете, да, пальцы, да, да, не доходило. Угу, кулак полностью поняла. Не сжимался. Это безударная, считай, рука. Вот если сжимаешь кулачок, да, и вот так вот это ударить. Правая была рука? Это правая. А это у моя, вас-то она это рабочая? Самая рабочая. Ой. Или ударить сжатым таким кулаком, или вот так вот ударить. Разные вещи. Вот. А Гомес сильный боксер. Гомес, когда был чемпионат мира, я стал 71 килограмм чемпиона мира. Он 75 килограмм чемпиона мира стал. Ну, такой боец тоже. Я с одной стороны шел на Олимпиаде. Я 4 боя досрочно закончил. Угу. А он с другой стороны тоже досрочно 4 боя. Он стал чемпионом? Мы же в финале встретились, но я с поломанной рукой, это я, да. Есть же записи эти, потому что в Ютубе посмотрели. Да, я видела. Вот. 4-1 мы дали победу. Но бой был очень тяжелый. Слушайте, ну учитывая то, что вы очень с поломанной тяжелый. Рукой, то, поломанной обожженной, рукой. Опухшей, и это нет, вообще... то, что переломанной, то, что обожженная, опухшая, это чепуха, а то, что переломы, то, что она неэффективна. Слушайте, ну... Неэффектна. Это вот хорошо, от страны, от государства. Спасибо получили?
Получил медаль за трудовую доблесть. Или поинтереснее что-то. Нет? Медаль за квартиру, трудовую машину, доблесть. Квартиру, машину, там, я не знаю, гонорар. А, это, ну, это уже местная власть. Это наш профсоюз и, я скажу, наш, ну, бывший, есть, обком партии. То есть не зря, Евгений, да, там убивали. Евгений Викторович Качаловский был такой. Во-первых, да, до подготовки ко всем турнирам, особенно к Олимпиаде 80, он нас собирал, первый секретарь обкома. Собирал, кому что, какая помощь нужна и так далее и тому подобное. Да, все спортсмены высокого класса, все были обеспечены жильем. То есть заботились. Заботились очень. Профсоюз наш областной очень заботился. Вот. И то есть кроме питания, доски почета, на которой вы, небось, висели, да? Да, доска почета и... – это хорошо. Как говорят, скромность украшает человека, но не продвигает его вперед. Да? Доска почета – доской почета. А профсоюз нас кормил. Ну, экипировку мы получали в сборной команды Советского Союза. Профсоюз нас кормил. Каждый месяц там выделялось там, питание на 200 рублей. Ну, то есть не позабыто, заброшено. Нет, тут нет. Ничего не жильем обеспечены были. Вот, транспортными средствами. Создавали условия для того, чтобы вы играли. Это профессиональный и уже семьи. Был спорт? Как, ну, это я скажу так. Мы считались любителями, да? Это даже не было у нас вот. А профи же у нас не было. И мы в сборной команде и для иностранной прессы. Или студент, или рабочий. Или ИТР, или служащий и так далее. Где-то вы числились, да? Вот. А вы тогда учились, наверное, как я раз, учился, нет? Я был студентом. Я был студентом. Ну, спорткомитет СССР нам платил чемпионом мира, призером Олимпиады, чемпионом Европы платил стипендию, это, кстати, называлось. Не зарплата, не ставка, а стипендия, ну, государственная. 350 рублей. Ну, это было немного. Это было немного. Хорошо, что местные власти держали, помогали и так далее. Слушайте, а вы допускали мысль когда-нибудь, что вы отказались бы выступать с переломом? Или нет? То есть вы себе... Мне говорили внутренние об этом. Были сомнения? Мне об этом говорили. Мне говорили тренеры из Авиалы. Витя, может, не надо? Не-не-не-не. То есть это было ваше, нет, внутреннее? Это мой внутренний... Не было никакого давления, что-то, нет. Давай, там Советский Союз, все дела, нет, Москва. Нет, абсолютно нет. Нет. Абсолютно нет. Этот перелом у меня видел Сергей Павлович Павлов, министр наш, председатель спорткомитета СССР. Мы когда шли... не помню, куда мы шли, у нас там офис же был его в Олимпийской деревне, и он, мы с Литой выходим за Вялом, он, что такое, Витя, он знал меня, он же мне в 77-м году заслуженного присваивали мне и так далее, он вручал, а я раз, рук, он, оба, хорошо, раз, главного этого травматолога, врача, все сделать, с кем следующий бой, у меня с немцем, я говорю, с немцем, он, Витя, ты же знаешь, что такое немцы? Они у нас конкуренты были везде, в легкой атлетике, в плавании. По всем видам спорта он уже считает не только бокс. И в боксе тоже конкуренты немцы были, ГДР, именно ГДР. Вот. Ну, это у меня с немцем был третий бой за выход в полуфинал. Я 5 боев проводил. Ну, успешно я выиграл досрочно у немца. И пошел дальше с Рябицким опять со своим полуфиналем. Мы с ним встречался 4 раза. Он уже свой. Я ему отомстил за Монреаль. За Монреаль он меня выиграл там. Я потом его нокаутировал. А он в Москве каким стал, не помните? В Москве он мне проиграл в полуфинале, третьим стал. А, то есть он третий. Да, я с ним встретился на чемпионате Европы. В 77-м году я у него в полуфинале выиграл. В 78-м на чемпионате мира. В полуфинале у него выиграл нокаутом глубоким. И в Москве. А есть мнение среди некоторых спортсменов, что Олимпиада, ну, это больше, знаете, как вот вишенка на торте. А вот чемпионат мира, вот это важнее, да? Есть такое? Или это выдумки? Я скажу так, что олимпийский цикл есть, олимпийский цикл 4-летний, да? И все ориентируются на Олимпийские игры. Олимпийские игры – это самый важный турнир во всем мире. Чемпионаты мира тоже, нет, да, и Европы также. Вот. Но Олимпийские игры – это самый напряженный, это самое большое количество стран. Вот сейчас вот планируется в этом самом, в Японии, да? В Японии 21-й год, вы же знаете, Олимпиаду перенесли. Да. Вот 33 вида спорта. И 200 с лишним стран, 205 стран, по-моему, планируют принять Япония. То есть этот турнир самый многочисленный
по видам спорта самый многочисленный олимпийский вид спорта. Олимпиада самая крутая, согласна. И у меня есть корона, смотрите, корона есть. О, классная. Да. Классная. Вот если мы абстрагируемся, вот представим, что вот, Виктор Савченко сидит здесь, а Виктор Савченко, который строгенький, как его отец, может быть, да, вот он там со стороны на него смотрит и оценивает его, и хочет понять, вот в чем Виктор Савченко больше всего молодец, за что его можно короновать. Вот если... Ну вот просто посмотрите на себя со стороны. В чем вы сами себе сказали бы, я молодец? Ну, я скажу, что бы я ни делал, как бы я ни делал, все, да, получается или нет, я знаю, что даже если я ошибусь и не делаю, то корона с меня не упадет. Вот. Понимаете? Как. Да. Корона с меня не упадет. Вот. Короновать себя, я не знаю, я не привык как-то, понимаете? Ну, условно. Что заслужил, что сделал. Ну, я скажу, что я очень люблю и очень доволен, и меня очень радует моя работа. Моя работа. Я в ВУЗе, в этом ВУЗе, в своем ВУЗе, вместе со студенческой скамьи, 45 лет. В этом году 45 лет я учился. 45 лет. Вот на одном месте. Вот я... Очень доволен, я люблю свой коллектив, я уже 23 года ректор, я люблю свои еще 4 года у меня впереди, я люблю свой коллектив. Олимпийский цикл у вас впереди. Олимпийский цикл, да. Вот, и я люблю работу, я очень хочу, чтобы Академия была на высоте, вот чтобы Академию знали, чтобы знали моих специалистов, знали моих студентов, знали моих спортсменов, знали не только в Украине, знали весь мир.